котики вышел на прогулку в своих новых кроссах, да, мамусики? Идем встретимся с Галюсей и с Риной. А что ты каешь? Тебе холодно? Я его как бы в шорты одела, но, наверное, сейчас я переодену ему в штаны. Холодно! Холодно, да, холодно. Кстати, очень даже чувствуется, что уже осень. 2 сентября сегодня. Дюди-дюди, я вам скажу, я в майке, я замерзла, блин. Ой, ёпарасоте. А мы думали, еще может на море хоть разок с гонцем. Нет, бассейн уже закрылся. В бассейне ни разу даже не были. Один раз на море, ну, как говорится, хоть спасибо, что один раз. Мой муж работал до 3, пошел быстро домой скупаться. И сейчас тоже выйдет к нам. Мы подходим к центру, к площади, в нашу пиацу Дукали. Ой, кает, замерз мой зайка. Осень, осень. У нас новая няня. Как это новая? Галюся и Рино приехали в гости. Как хорошо. Ла-ла-ла, Дэнни. Ла-ла-ла, о, как хорошо. Может, мне пойти домой лечь поспать? Часок. Мы гуляем. Кстати, я выходила из дому, такой был ветер, а здесь так жарко. Я же испугалась, думала, штаны одену. Да, реально, это вообще капец. Тут включили уже печки, видите? Печки, чтобы греться. А с той стороны террасы вентилятор. Короче, капец. У кого еще лето, у кого уже осень. Не, ну ржачка. Не, ну 2 сентября и печки, это, кажется, вообще слишком. Так обратили внимание, кто в чем? Да, реально. С собой взяла. Кто в курсе? И теплая куртка, смотри. Там дети еще в шортиках ходят, бегают. Кто в чем? Угу. Да. Та-та-ра-та-ра-та-та. Вот мы вышли оттуда. Никого нету. Глухо. Идем на второй этаж нашего замка. Я уже миллион раз показывала. Я тебя, и ты меня. Галюся похудела, кстати, так хорошо выглядишь. Да? Меня не показывай, у меня такое пузо. Не видно, говорит. Тетка зарогатая, с малыми ребятами, кто возмущается, того запытается, запытается, запытается. Галюся, мы даем тебе его на недельку. Мама отдохнет. Смотри, вот как тут ехать? О, нереально тут ехать. Тут непонятно, то ли футбол смотрели. Потому что, видите, огромный экран, скамеек много. Что-то было. Или будет. Наш папка пришел. Папка, ты такой пунктуальный, прям страшно. Такой пунктуальный папа. Два месяца. Демогрит. Мы стоим в очереди за мороженым. Представляете, какая очередь? Разные вкусняшечки. Смотрите, какие красивые брюшки. Ждем мороженое. Я себе взяла пистакио и молочный шоколад. А у Жорика маракуя и пистакио. Папа тебе тоже дает мороженое. Ай-яй-яй. Короче, нельзя сидеть. Если хочешь сидеть, нужно доплачивать и брать типа мороженое, специальные тарелки. Думаю, идем мы найдем, где упасть и покушать. Да. Идем топ-топ. Бай, мой. Давида, иди к маме, мамусе. Давай, иди сюда, иди сюда. Давай, 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 давай. Иди, иди к мамочке, иди к мамочке. Кто не спит? Мы ждем, короче, с Галюся по коктейльчику. Приходит официант, мы, я говорю, типа, 2 коктейля, а мужики 2 кофе. Он говорит, типа, бабы по коктейлю, мужики кофе. Хоть там бабахать так, что мало не покажет. Так классно. Молдавский сервис. Так классно, прям сидим на площади. Такой вид. Посмотрим, понравится тебе Космополитен или нет. Мне нравится. Жорик говорит, как бабахнет нас этот Космополитен. Ничего, пойдет по второму кругу, взял еще по Космополитену. Что ты снял носочки, а? Папа, день, давай, папа. Пришли наши коктейльчики. Это Космополитен. Закусочка такая. Оливочки, чипсики. Давай, Галюся, за встречу. А, это сам... Давай, будем здоровы. До встречи. Ура! Давай, кого не приму.
О, много водки. Много водки? Да. Короче, лайфхак от молдаване. Хотя посоветовала Рину итальянец. Короче, у нас реально здесь одна водка. Рина говорит, возьмите, добавьте сахарку. Мы добавили сахарку, помешали. Кстати, стало сладко, но мало. А я предлагаю добавить водички. Будет больше. Будет больше. Короче, мы сумасшедшие. Ну все, смотрите, какая прищепочка. Кстати, мне прищепок дома не хватает. Можешь взять прищепку. Давай, будем здоровы. Но салатин еще курс имбирно приказан. Три, что ли, мы по коктейльчику? Так хорошо. Я предлагала по второму, но говорят, в следующий раз. Ну, ничего, ладно. Раз уже, потому что нам домой надо. В следующий раз. Да? Кстати, реально так водочки было многовато, что у меня аж глаза потому поплыли. Потому что бармен увидел, что мы наши. Да, он думает, да. Нашим надо побольше водки. Да. Дай. Ну, сейчас я им сделаю космополитен по-своему. Кому? Что? Ну, бармен подумал, что сейчас я сделаю по-своему. Свой так он с нами по-английски болтал. Да, он думал, что мы американцы. Ну, мы же вдруг по итальянски не болтаем. Да. Я говорю, да. Мы свой. Там мы мусики. Реально так вторгнуло, капец. Я просто так давно не пила водку. Я дома в Молдавии 2 месяца, все время пила этот пиво Дзеро, знаете, Радлер Дзеро алкоголь. Все классненький, лимоны. В жару самый раз. А тут водочка. Ой, хорошо, что была закусочка. Ну, да, Маша даже не видела, что мы там застряли. Хоть хорошо, что закусочку нам дали, да? Если бы не закусочка, то гамба. Что, маму, не идем домой, идем. Пошли. Посидели, поболтали, здорово. Приезжайте чаще, Галюся. Приедем. Так, живем рядом, а видимся капец как редко. Мы приехали в парк. Провели Галюсю с Рино. И Давидка покатается на качели. Сейчас покажем, какие папа приемы уже сыну делает. Мама была в шоке, конечно. Сейчас увидите. А ну покажи. Да! А ну покажи, куда нет, а большая. Папа может, папа может. Давидка покажет, как все там идем. А ну-ка, да? Покажи всем. Давидуся, ты не боишься, Давид, маме. Давид. Счастливый ребенок. Ты не боишься, да? Нет, не боится, он с папой. Каждый раз здесь. Ай, пуск. А мама? А мама? Все? Мама тоже хочет. Как Давида поднимается, ну? Еще? Поднимайся, дай. Давида поднимается, ну покажи маме. Нет, поднимайся, мэй. Дай. Ага, вот так. О, мама, у нас чистая рубашка сегодня будет грязная. Идем на ту козу. Да, вот смотри, какой. Идем, идем до бабуси, еще да? Еще бежок, Давид. А, он еще хочет. Еще хочет, ну, Дэвид? Конечно. Мама, что за круг один раз? Все, лежим, отдыхаем. Отдыхаем? Пьяный гугуцин. Идем туда на козу. Идем. У нас есть своя коза Марта. Идем коза. Где коза? Там коза, вот коза, вон. Тыдык. Где коза? Вот коза. О, коза. Да. Да вообще так лягушка. Уже все считается. Хочет трогать, уже все ему интересно. Давай, ставь ручки. Да. Ручки. Ставь, молодец. Да. Видите, как уже понимает сам. Молодец, нулики. Он постоянно с папкой тут играет. Молодец. Вперед, Марта. Козочка, тыдык. Да? Вообще-то лягушка. Она, скажи, для нас козочка. Мама. Бип. Давай, мамуси, до бабуси скачем Григоровку. Тыдык. Давид заводит мотоцикл, смотри, как. Йоу. Маме, как ты скачешь, покажи. Мама. Дай. О, ла-ла. Шу. Ой. А, тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Ай, дедушка.
Дай ножку, дай ножку. Дай ножку, дай ножку, дай ножку. Дай ножку, дай ножку. Счастье ты наше. Дай ножку. Дай. Чудо ты мое, чудо. Дэвид с мамой. Зиху. 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 Как говорится, главное чувствовать себя счастливой, и не важно, что скажут окружающие. Что? Куда хочешь? Хорошо, Леночка, счастлива. Куда хочешь, Дэвид? Что еще нужно для счастья, товарищ? Я вот. Вот что. Дэвид.